Простите, мне 20. Не хочу ничем заниматься. Скажите мне, братцы, что-то там еще. Привет! Все вы знаете, кто я. Все вы знаете многие подробности о жизни многих блогеров, которые вы смотрите. Но! Что вы знаете о их жизни до их популярности? Сегодня мы окунемся в прошлое, и я, будучи вашим проводником, покажу вам самое сокровенное, самое тайное, что есть у многих блогеров. Их старые твиты, да. Я буду листать их старые твиты, пока они еще были бичами, и мало кто еще о них что-то знал. Вы зря многого ожидали, да. Чтобы вы понимали, что автор данного ролика не хуй с горы, я даже 4 года назад блистала умом, остроумием. Кек. Я честно пытаюсь историю вспомнить, но не могу. 12-й год, это было так давно. Я была совсем пиздюком. Да, сейчас я звонок один сделаю. Когда меня били? Меня били? Да, видимо, сильно, раз я не помню. Ладно, спасибо, мам, пока. Ничего криминального, просто один раз мне начистили ебасосину за мои же слова. Чайковский. А это стадия, когда я сидела на спайсухе. Очень плохо, чё-то супер кринж от этих твитов, давайте лучше поедем дальше. Листать твиттеры других людей — это очень забавно. Лично у меня самой около 16 тысяч твитов, и я не помню каждый, который я оставляла, так что... Скорее всего, удаляйте, пока я не пошла за вашу душу. Я не пойду, мне лень будет. Да. Это забавно. Верни! Холодно тут. Бля, ебать, вообще холодно. Ну ладно. О, это норм тем была. Я ждала конца света больше, чем... Я не помню, это был 2012 год. Спорим, что у Михи все еще не было паспорта. Он ничуть не изменился до сих пор, поверьте. Угу. А в 16-м году стало настолько сложно, что он просто бросил школу. Сука, это в натуре ржака. Предлагаю сделать мем Миха, который не смог, потому что у него постоянно какие-то проблемы с записью. Но это он относительно ретвитов-то набрал. Типа, ты что, популярный уже был, собака? Да, он не особо поменялся. Вот я уже говорила об этом, он не особо поменялся, да. Доллар тоже не поменялся! Ну ладно, впредь отделаемся штрафом, в следующий раз будьте осторожней. Ах, вот значит как, вот значит как. Значит, 6 лет назад обновление для тебя нормально, а в 16-м году ты их дисишь. Етижи, пассатижи, бабулес. Я хочу использовать эти слова в своем повседневном лексиконе теперь. Бабулес, тусировать, етижи, я не старая. Ох, прошла золотая эпоха, когда все ненавидели Рому Желуди за то, что он делает, то, как он выглядит, то, чем занимается. Вот только сейчас этим занимаются остальные парни-видеоблогеры. Янго, Эдвард Атева, канал Халбер, Иван... Днище! Окей, я пересмотрела все выпуски Днища, можно дальше продолжать листать твиттер. Чё там у Илюхи, кстати? Слишком много секса, я надеюсь, Илюху не убьют злобные мусульмане. Да. Я пыталась добыть огонь для того, чтобы завершить свой видеоролик, но мне не получается. Нет! Подписывайтесь, ставьте лайки. Может быть, вы хотите, чтобы я зачекала какие-нибудь другие твиттеры? Я не знаю, зачем вам это нужно, но если вам понравится, то... Да. Я не знаю, это очень странное интро. Давайте тут, типа, субскруб, тут видос, как обычно. Я пока буду пытаться добыть огонь. О, у меня получилось! Класс!